Так, продолжение ремонта. Аккумулятор зарядил. Плюсовая, плюс-минус, минусовая. Все, соединил, клеммы новую поставил. Соединил на 24. Теперь нам надо вырубить генератор. Генератор у нас на 12, но я уже заказал на 24 генератор. И попробуем. Купил вот такой вот 12 тысяч 4 киловаттник. Сейчас готовим его с отвалом сделать. Сейчас рейку, эту рамку все переставим и покажу. А сейчас попробуем его запустить. Так, генератор. Сейчас его отсоединим, чтобы не погорело. Он давно стоял. Он подкачаем, чтобы проще было. Целый уже. Целый? Да. Шумит, да? А? Шумит? Да. Закрывай. Он уже это плюет. Давай, закрывай. Давай на всякий случай воздухан закрою, нет? Можно. Сейчас сниму. И да. Закрою, ладно. Так, попробуем без воздухана напрямик, посмотрим как. Но у меня подозрение, что у нас насос это мозги парит. Газу до конца, сцепление выжмем. Ну все, не опустилось. Глуши. Он и глохнуть не хочет еще. Так, ну, Виталик доволен. Самое главное, чтобы Виталик был доволен. Давай, давай, сиди еще раз, сейчас стартанем. Давай еще раз? Да. Как часы? Короче, генератор можно заказывать. Я хотел посмотреть. Колесо новое брал. С покрышкой все. Деньги были. Широкое. Ну, я лошар, я не знал просто отличия их. А это подсунул. Простой 80. Так что, ну, много чего не понимали, не знали. Ну, первый блин комом. Сейчас снимем капот, он не дает его поправим там дело. И поставим рамку на отвал. Так что можно ехать пахать. Так, еще вопрос по теме. Сзади. Два раза покупал этот полевую доску и два раза она не попал. Какая у меня стоит, я не помню. Вот такие длинные. Кто знает, как плуг называется и как этот? Какую надо доску? Вот эту. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Виталь, надо там нормально бы сделать. Все. Слышишь? Сейчас, погоди. Так, продолжение. Подготовка к зиме. Так, стартер я уже показывал, какой купил. Ну, подогреватель он у нас и был, и видео есть про
эти обогреватели. Значит, я говорил, что я переделал 82 на 24. Все заводится нормально. И вот еще пришлось, ну, лампочки ЦВ, само собой, пришлось генератор купить на 24. 4300 он мне обошелся. Все поставили, все, зарядка есть. И этот вольтметр поставлю, чтобы можно было видеть, как этот, ну, сколько идет зарядка, то на Куновском ослаб ремень, я ни хрена не видел. Приехал в поле, заглушил, бык, и все. Пришлось вызывать техпомощь. Ладно, сейчас зацеплю плуг. Там маленько огород спашу, чтобы весной засеять. Овсом. Будет, значит, интересно, покажу. Не будет, значит, не будет. Так, сколько мы не заводили его? Дня 3-4. Давай, блядь, что ты опять завис на? Сейчас просто показать, как заводится. Грешили на насос. Не заводится. И пипец. Надо, говорит, насос вести. Миша специалист. На пиздец насосу. Вот это называется. Пипец насосу, я извиняюсь за выражение, но других слов не подобрать. Вот так он должен заводиться. Они там. И да, еще предисловие. Вот эти вот стартеры, что там переделывают, переходная плита с этим, блядь, со словаком, который меняется, шестерня нам. Втягивающая. Это не стартер, это полное говно. Словак, который здесь пластиковая крышка идет, такая. И меняется шестерня, которая крутит маховик. Словак, так называемый. 4.2 и там и выше, и больше мощности, только он ни хрена не крутит. Если сюда только ставить аккумулятор, тогда он будет крутить. А так, херня. Ладно, цепляем этот лук.